Здравствуйте, меня зовут Эджин. Я студентка. Я учусь на кафедре русского языка и литературы филологического факультета университета Корея в Республике Корея. У меня есть вопрос. Когда русские хотят кого-то поторопить? Они часто говорят «джигель, джигель». Из какого языка пришло русское слово «джигель»? Что оно означает? Здравствуйте, уважаемые зрители! В 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем был снят художественный фильм «Бриллиантовая рука». Как многие советские фильмы, эта криминальная комедия стала не только культурным событием, но и фактором развития русского языка, привнеся в него более 200 крылатых выражений. Одним из них является фраза «цигель-цигель», звучащая в более полном варианте «цигель-цигель ай-лю-лю». По сюжету персонажи фильма оказываются за рубежом, в некой абстрактной восточной стране. Местное население говорит на языке, на самом деле состоящем из слов, выдуманных членами съемочной группы, или наугад взятых из разных языков. Однако игра актеров настолько хороша, что благодаря их интонации, мимике и жестам смысл фраз легко считывается. Одной из таких псевдоиностранных фраз стала «цигель-цигель ай-лю-лю». Слово «цигель» напоминает немецкое «кирпич», а «ай-лю-лю» — это просто набор междометий. На протяжении фильма фразу произносят различные персонажи, но особенно выразительно она звучит в устах актера Андрея Миронова, который, говоря эти слова, постукивал по своим часам. Выражение запомнилось зрителю и вошло в русскую разговорную речь. Оно имеет шутливый оттенок и используется для побуждения к быстрому действию. Его эквиваленты – «поторопись», «нет времени», «опаздываем». Приведем пример использования фразы, отрывок из романа Варвары Синицыной «Муза и генерал». Я постучала по циферблату «Цигель, цигель, ай-лю-лю». Водитель понял, благо воспитанный в одной культуре, и, резво перестроившись, дал по газам. Заимствование из несуществующего языка оказалось настолько популярным, что появилось даже несколько песен с припевом «Цигель-цигель, ай-лю-лю». Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с великим русским кинематографом.